На початку вересня пройде эко-арт-фестиваль «Островы Дулебы». Он мает на мете протягнение уваги громадскости и науковцев до проблем экологии и захования заказников. Островы Дулебы – это и есть название буйного заказника у Клишевском районе. Размова на фестивале пойдет про болоты, лясы и реки, про птушек и зверов. Про то, как заховать это природное богатство и скоростаться им для развития района и поляпшения добробыта его жихаров. Фестиваль отбудется у оздоровленшем лагере Вольса. Там гостям проставят самые разные символичные островы. Например, с Клишевскими присмаками, а яше партизанские, спортивные и инши. Плануется реконструкция военно-гисторичных подеев и рыцарских Турнир. Однако, все же такие головные мета экофестивалю протягнуть увагу до проблем экологии. Также мы в рамках фестиваля хотим предоставить площадку для проведения форума, на котором встретятся представители науки, министерств, реальных землепользователей и выработают реальные механизмы в процессе общения для управления территорией Кличевского района, потому что на нашей земле располагается очень много особо охраняемых природных территорий. Два заказника международного значения. Один из них 26 тысяч гектар, второй 17 тысяч гектар. И эти территории Должны работать, должны привлекать людей.